Пацаны, вот чуть-чуть назад отойдите. Ой, да ладно. Повзрослеть всегда успеешь. С 9 до 11 и с часу до 5. Ой, блин. Не понимаю. Мяч туда ушел. А где красный? На банку Галима играет. Смотри, Дима, по краю, Дима, по краю. Дай, Дим, Дим. Низом играй, низом! Шестерну! Вверх вообще не играйте! Они вас делают вверх. Да, БТИ, блин, за кого, блин, здесь орать? БТИ, блин. Я смотрю, ты вошел в роль. Да, как в топ-элевене уже, да? Ну, Бори нету, надо. Да они, слушайте, они, блин, верхом проигрывают по полному. Ну да, у тебя авторитетный голос. Края, смотри! Края! Чё через центр? Воротарь, командуй сзади! Юра! Чего не все равно, блин, мудрость? Ударь пару раз и все. Пару дальних сделайте и все! Рома, первое касание! Дальние удары! Дальние! Че вы мудрите? Нахуй надо! Да! Молодец! Кто забил? Дима? Там. Дима? Андер, что, Дима забил? Артур. А, Артур? Дима опоздал. Да в камеру все мелко, не видно. Пробуйте дальше бить. Вратарь фуфло. Дальний берите. Димон, Саня, центр, все собрались. Дальний берите. Ты что, тренер, Стас? Да, я за тренер. Бори нету, я здесь. Бори нет, дай по это. Дай поорать. Первый, последний раз, да? Чё, сразу, блин? А Боря в 7, наверное, придет. Но он должен прийти, по идее. Ну, в 7 часов он вроде как собирался прийти. Не, он сказал, придет посмотреть, наверное. Часов 7. На этих фуфлэйфингов? Да, так что это, слышь, пари еще чуть-чуть. Ну и кто? Ну? Ну и что? Вратаря, конечно, трудно будет. Первый мяч! По низу, по низу, по низу! Есть, есть контакт. Есть! Красиво, молодец! Дальние удары делайте!
Да их надо, блин, вратарь, блин, молчит. Кто должен орать? Так иди сзади вратаря, встань. Нет, там буду отвлекать. Центр, дальние удары! Вратарь, говори громче! И то громче оружие. Не по делу. Вообще не по делу, блин. Вратарь вообще молчит. Вот, пошло, пошло. Низом, 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 низом. Да, пошли. Кому? Чего? Один, один! Кому? Чего? На перекат. Есть, есть, бей! Красиво! Еще раз! Молодец! Один, один, один! Смотри по Лену! Есть, есть, есть! Ну, красиво! Он даже бить не умеет! Все, вратаря проверяйте, он даже бить не умеет! Сдалека маленько, Димон! Димон, не надо подбегать, блин! Первый мяч! Есть, Димон, твой, один, один. Есть! А, блядь. Я тебе сейчас тоже, блин, покажу чего-нибудь. Не надо нас снимать. Почему? Пускай видит страна своих героев. Похмель, это не очень прикольно. Зато какой будущий тренер. Сколько перспектив в голосе твоем. Да не сдумать. Игроков взяли! Саня, твой, Саня, Саня. Рома, дальше. Хорош. Рома, дальше Диме на заход. Есть. Молодец. Дальше, дальше, боремся. Все, пробуй! Дальний! Дальний! Кому, блин, вообще? Для чего? Саня Топмана есть! Саня, приглашал. Лево, лево, лево! Да, буду смотреть «Спартак». Поднимайся, Саня, поднимайся! Я сам звонил. Смотри, Дима, Дима, смотри, ну, Дима, смотри, вы, слева. Ну, ты слева. Как вообще? Хорош, я даже отлично. Сигну звонил. Юр... Кому? Юре, центр! Сигну. Центр, а-а-а. Юра! Но у меня как бы Дима, я лучше, Саня, под удар, ну, Саня! Как бы нашу ворочка. Ну, как бы у нас же ворочка Серега по-любому не может. Нет, она. А, в смысле, здесь у вас? Да. Ну, у Бори то, что собирается. А там Иво будет, скорее всего. Кто? Иво. Помнишь, Иво Каров? Иво. Да, но он да. Будет. Во вторт он хочет играть. Ну, а у меня, походу, лучше, блин, ворочек. Ну, нет. посмотрим. Чего? Два вратаря всегда нужны. Всегда был. Ведь кто-то уедет работать, кто-то травмы, ну, еще что-то. Да. Ну, как бы... Дали, дали, пробей! Да! Есть! Что это было? Пеньки, хуйня! Дали, пробейте, дали! Ну что, Андрес, хреново? Вратарь лажает, так что слушай, все, дали, бейте! А что?
два зарега, насколько можно. А. Я и Сережа. Слышь, капитан, что ты не орешь? Я не ору? Да, ты не орешь. Я не могу тебя перекричать, ты уже, блядь. Да, он там орал, пытался. Ладно, хорошо. Пока Бори нету, я буду здесь. Низом! Дави! Бей! Красиво! Ну вот, бля, еще чуть-чуть и все. Рыжий, давай замену. Я, короче, конкретно конкурент. После 5-0-2 уже руки опускаются. Просто. Я тебя понимаю. Очень хорошо. Мы на понедельник будем бумаги. Значит, серьезно говорю, уже полузащиты, блядь, вот, полузащиты, кто видел? Да, Петров центр. Диме обратно. На чем владеет? Тима, Юра, по центру, под удар, по центру. Нападение, не знаю. Хорош. Все, Юра. Бля. Себе держи мяч! Я защищаю. Андрос, у вас здесь один круг или как? Один, да. Группа. Второй сможешь бить? Справа. Ну-ка, бей. Дави, дави, бей! Бей! Бить надо было. Бля, Артур, не дома! Бей издалека! Молодец! Лучший игрок матча сегодня. Пытается хотя бы. Народ, дали, проверяйте! Удар хороший, бейте! Пусть так нахуй, там на 5 минут не механизм уже. Заигрывайтесь, там осталось. Сколько играть? На сколько начали? Никого нет, да! Дим! Никого нету! Да кому, блин, никого нет? Тима, твой! Испугни! Обоставить! Дальний, Санек, Саня, проверь дальний, пожалуйста. Димон! Ниццу пойди и проси. Да не, у кого это телефон такой? Не знаю. Только не пали! Народ, Димон, дали, пожалуйста, проверь, воротарь, блин, фуфло. Не дай ударить! Ломай, блин! Полностью. Ну, блин, защиту должны ломать. Красиво! Андрюс, капитан, блин. Центр, сделай замену. Они через одну нападающего играют? У них Перт, наверное, нападающий. Он единственный, кто нормально бьет. Молодец! Один! Проверь! Да это фигня, блин. Там их много, блин, а вы, блин, пихаете. Не ведись! Второй мяч на поле, блин. Нихуя он сделал. Хорош, Сережа! Один! Есть! Еще до конца! Андрей, сзади, Андрей! Сзади есть! Юра! Красиво! Нет там! Артур устал? Димон! Попробуй издалека. Вы пытаетесь слишком, блин, подойти. Меняй край. Это херня полная. Хорошо. Он длинный, вы и там, блин, налетаешь. Еще раз Артур в центре. Не знаю, никого. Результат есть. Но результат есть. Но... Есть! Теперь ты спокойно играй. Попробуй еще, блин. Я не знаю, вот где ворота, где стоят. Попробуй. Дебют на камеру попал. Он уже не возьмет. Я серьезно говорю. У него реакция. Ну, страшно так сделать. Стараюсь.
Громче, вратарь! Ну что, один, блин, мудит всех, смотри. Обошел, раз, два, три. Дали, дали! Ну и куда, и что? И что было? Судью намыло! Ты уже это, рифмами стал говорить? А что было? Никто его не задел, он сам упал. Где моя коробка? Куда я могу выбегать? Врач? Нет, я тренер. Ты че? Блин, Андреса вообще не везет. Давай, ладно. По столом. За линию, Андрюс, выходи. Быстрее. Неси мяч, бля. Может, такие несут мяч. А ты-то что, испанец, блин, а? Что? Хотя бы один гол мне забил, а? Забил. Да? Пять. Какой? Пенку, пенку забил. Да? Рядом стоял, забил. Иди отсюда. Сначала такой добрый был, теперь уйди отсюда. Сань, проверь дальний. Дальний, проверьте! Пять уже! Бей! Бей! Молодец, красиво. Ну, блядь, чуть-чуть подальше надо. Димон, блин, пробуй, не, блин, линию даже не переходи. Вот этот вот, который там торчит. Видишь, где ворота? Оттуда. Попробуй, у тебя удар сильный, блин. Попробуй оттуда. Авторитетный треш, Дим. Слушай его. Ну, блин, проверьте просто. Он длинный, он, блин. Он, блин, притык, он, блин, по-любому отреагирует. Блядь, у него ворота вот так вот, в рукашке. Пробей. Молодец! В руки! Симон привозчик. Попробуй, выйди, бум, и чисто пробей. Вот, вот где сейчас товарищ под дверью нападающий стоит. Оттуда, оттуда. Я уже выйти хочу, уже холодно. Судья Стас. Замены! Стас, ты попал в аналы истории уже, все. Пришлось тебе снять, да? Твои мудрые советы попали. Не, ну блин, они не, никто не проверяет, они мулятся. Бей! Бей! Ну и что, дальше что? Давай придем к нему в гости там. Дима, одолжи ему футболку, а? Пускай молодец, мастерство Дима, покажет. Все свободны! Вратарь громче! 1-1. Спокойно. Андрей, сегодня не твой день, видимо. Молодец. Красиво, красиво. Пытался. Если уж ломаться, так вместе с вратарем надо было. Коленом в голову и так дал, пиздец. Я думал, чашечка нахуй. Так, не ныть, капитан команды. Слушай, снимай повязку. Это вообще не знаю кто. Приехал с Химок. ФК Химки. Я вообще Меркур вообще-то. Он истинный меркуровец. Центр свободен. Забей! Бей, бей, бей! Ну дай сейчас, мне, ну сейчас. Саня, у вас тут... Вообще. Месси? Катают, катают. Не, я говорю, он тут Месси, да? Стоит, красивый, ждет, подошел игрок, обыграл. Центр! Да кому? Назад! Назад! Все теперь! Боре это показывать нельзя. Как пропустили сейчас, да? Нет, как он сейчас сыграл. Ну да-да-да, я правильно говорю. Убьет сразу. 3-0. Саня. Слышь, Андр, всю игру поставить потом или обзор? Хочешь. Я могу всю поставить.
самый интересный момент. Просто самое свое смотрение. Блин, заболел, блин, орать за вас. Сколько там уже двигать? Андрюх, идет, я не знаю, здесь не показывает. До конца, Артур, до конца. Тебе на работу, да? Давай. А я доиграл. Слева. Иди, блин, центр. Чего все подбежали, все отбираете? Хотя бы голы забивали бы, блин. Фуфло, один лоток можно на колонии. Все спи, капитан, блин, больше ори. Я не могу больше тебя орать. Андрюш, не хочешь твой хлеб отбирать? Хлеб. Димон, замени центр вот этого вот. Он устал. Вот Рома, вот с Артуром вдвоем, вдвоем, по центру, да. Дай, Рома, по центру. И пробуй чуть-чуть дальний. Держи, держи мяч, держи мяч! Держи! В центр, в центр! Хорош! Димон, замени, попробуй чуть дальний, дальний. Рома, Рома! Не муди, Димон. Артур! Артур! 12-й заменяет! 13-й! Да, 13-й. Димон, чуть дальний сделай, Димон. Ради Стаса. Ради меня, Димон. Слышь, 13-й неудачник. Сделай дальний. Капитан, блин, ори. Молодец, красиво, нормально. Ну дальний, 13-й. Хорош, Ром, отлично. Края свободны всегда! Два на двоих! Сам ударит! Сима, вспомни Италию, да? Сима, вспомни Италию, да? Они что, вроде играть ездили? Воротарь, громче, тебя не слышно! Стас, ты знаешь, кого мне напоминаешь? Нам всем известного Пюцепа. У него тоже рот не закрывался. Ноги вместе, главное. Главное, ноги вместе. Молодец, Золотарь! Ну хотя бы красиво. А ты что, испанец? Один, один, на него один. Да я испанец и все. Быстро, кидай, 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 кидай! Края свободные! Молодец! Ну! Спокойно, спокойно! Ну куда? Куда? Молодец! Назад, назад! Защита! Вон левый игрок! Опа! Пойду! Юра, не бросайся! Дай мне кинуть! По-моему, в наше время воротари громче. Но если вспомнить... должны были кричать. Но если вспомнить дыбу, его вообще не слышно было. Не, он кричал «му». Нет, и себе под нос. Кричал всегда «Майля!». Кто? Сигин. И всегда, блин, за «бля». Там помнишь, как раньше... Судья прибегал, нельзя. Так... Как раньше Каров орал этот «Рейн». Да, Каров. Тут как рот откроет. У него такие... Там... Ну, бас такой. Да там бей даже, там он любыми уже, он же ему по барабану уже спасается. Эх, хорошее время было. Да. Теперь наш стадион эти, регбисты взяли, да? Нашу яму. А? Азербайджанец. А. Или грузины. Нет, грузины. Грузины? Там, по-моему, грузины у них главные. А такая яма хорошая была. А, кстати, она заросла. Там поляна уже стала нормальной.
Спокойно, спокойно играем. Центр свободен. Да хрена, ну куда? Потом хорошо будет, тебя на камеру слышать. Много оружия. Ну а что они делают? Там 5 защитников, и куда они пихают? Стас потом протрезвеет, послушает себя. И поймет, он больше не тренер. Но тренер по-любому не мой, я лучше в защите постою. Постою или поиграю? Да, лучше пускай на меня попустят. Дали! Это не удар. Дима, это не удар. Это было баскетбольное, как баскетбольное разыгрывание. Он набросил. Хуйня. А перерыв тоже есть здесь или нет? Ну, как видишь, этот череп назначивает. Еще вода. Это походу самая лучшая игра. Вратарь, блин, гол! 3-0 это предел? Ну что, это не предел. Давай больше, давай 12-0. Только вышел, уже выпендривается, а? Вот, блин! Не добьёт. Вот, почти. Слушай. Вообще. Так что я говорю, это просто... Лишние на поле вышли! И с другой стороны, это реклама какая фирма, что она поддерживает спорт. Понимаешь, это в мире-то, это все котируется. А то, что вот эти вот... Справа, играй справа. Какие-то... Все нормально теперь. Проценты там... Че? Выйди с поля, если ты не играешь. Например, еще, слышишь, Стас. Вот, например, если хороший какой-то игрок появляется, да? Ну вот, спонсор, он может с ним контракт заключить. А потом просто, если он нормально играет, куда-то его перепродать. И спонсор получает за него все деньги. Мы проституток тоже умеем продавать. Стас, тебя спонсор купил, возьмешь на одной линии, продашь возле Консума. Пухно же так же его заключал. Где его игроки теперь? А? Дали, продай! В Швецию попал, потом... Смотри, Ваня отыграл, зачем теперь? А Ваня при чем? Он уже не был этим. У него. Он на контракте у Пухно не был. У Пухно там были эти в Льваде, в Нарве игроки были. Даже по Эстонии продавали игроков своих. И вот он, когда Гусев продал Швецию, он вообще все купил, что на один год потратил на это, на Меркур. Но. Громче воротарь! Играет и все, что он умеет, ничего не умеет. Никто же не слышит. Ну а это должно агента волновать. Он его продал, да, а дальше Гусев сам... Я говорю, что нет смысла в этом устроить, что-то на профессиональном уровне действия вообще. Вы пятером, вас вдвоем обыграли! Почему же бы я обосрался, вы там все про это уговаривали, типа, давай. Сейчас точно бы в жопе выглядел. Не знаю, люди же пробиваются, вон и в другие страны уезжают играть. Тот как относится, тот так и пролезает. Тот же Смит, он сейчас в Швецию играет. До свистка играем! До свистка играем! Люди, многие наши футболисты сами себе загубили все пьянками. Потом он Дича, где он? В Финляндии вроде играет. Это из наших. Назад! Спокойно! Края свободные!
Нормально, чуть-чуть пониже, нормально. Бори нету, можно выпендриваться, короче. Игрока взяли! Трое идут на мяч, игрок свободный. Мяч на поле! Судья! Поляну видишь? Мяч выбей, Артур! Ну, конечно! Два мяча на поле или что? Да не-не-не, вот типа что-то. Давно было. Слушай, там что, подсаши судьи? Да, я Женин брат мальчик. Ну, нет, судьи у меня. Блин. Сколько ему лет? 15. Кем такое ходит? Сказали вратаря на мыло. Рисуй это еще имя. Красиво, молодец! Винограда рисуешь? Виноградов, он же этот, арбитр УЕФА уже. Судья! Это сын его. Ну, блядь, Никита, понимаешь? Играй, старший тут комиссаром работает на играх. Разводи по краям! Первый высшей лиги. Молодец! А сын его, да, УЕФА, он тут недавно это... Но Лигу Европы недавно судил с кем-то, боковым судьей. Воротарь длинный, хотите банки забить, бейте низом! Виноградов сказал, одну игру отсудил, 5000 евро получил чисто. Меняй, меняй, Артур, быстрее! Красок! Плюс в Эстонии зарплату. Молодец, красиво! Стоит, что? Один идет на игрока! Что такое? Ну дай ему показать власть. На Кремле бутылку. Ладно, это потом. Оба-на! За что? Судью намыло! Шаталину пожалуемся. Успокойся там, блядь! Официальный матч, судья! Да, Рыжий, давай зазвай все, замену. Давай, выходи, Андрей! Андрей, выйдем в замену. Так, ушел лишний игрок. На камеру не упади. Центр выходит! Хорош, Тима. Центр, выходи! Ты устал. Камеру не закрывай. Чуть-чуть назад. Слушайте, что вы вообще здесь? Блин, встаньте там, где замена. Тренер, ты палку-то не перегибай. Что это, все промазали? Вратарь! Голос! И что это? Рыжий, дай замену. Рыжий настырный. Хочешь красный получить и туда уйти. Чистой душой. Он просто в азарт. Ему надо, надо это. Юра! Юра! Меняйся, меняйся, когда будет мяч у нас, выбей, пиздец! Здравствуй! А ты что, как фуфлыжник, блин? Я тебе говорил, дальний надо бить! Хочешь красивый голы, надо было дальний бить! Давай второй, нападающий! И чей игрок Андрей, был? Андрей. Чей игрок? Поменяемся. Дима, твой игрок был! Че ты, ты без этого не можешь, что ли? Да лох! Да все, да. Блин, выигрывают, теперь все можно, да? Денежку проигрывал. Я тебе сейчас денежку, блин. Судья, дай! На. Спасибо, не молочусь. О!
Слушай, в топе Левина это большие деньги, на. В топе Левина я тебе уже сделаю. Ну смотря где. Низом играй, спокойно, края! Стас, в одноклассниках может быть, на Фейсбуке вряд ли. Ну на Фейсбуке сколько там играет? На год больше тебя. Ну, молодец. А я начал на одноклассниках? Не, у меня на Фейсе главное. А у меня на одноклассниках. А я не знал, что там есть она. Да ладно. Но. Если бы ты не сказал, я бы и не пришел туда. А мне наоборот на Фейс пригласили. Вот только на Фейсе плохо то, что это, нельзя друзьям смотреть игры. Ну ладно. Да, а там нету. Я никогда не наблюдаю, мне... Просто... Да ладно, наблюдал ты у меня на одноклассниках. Ну, пару раз, да. Когда заходил. Нет, просто там тема такая, что там игроков даже не купить, там столько народу, блин, борется за эту фигню. Да, у меня там бывает по 20 токенов уходит, чтобы купить одного игрока. Вообще, это нереально купить кого-то. Да. То, что я привык на одноклассниках, там... Ну, там один резко, там, резко сделаешь, последнюю секунду. Да, да, да. И все. И у тебя игрок есть, а, блин... Там задолбаешь. Да. И там тоже так же, в последние секунды. Если успеешь, а все ждут до последней секунды. Вдруг никто не нажмет. Последнюю секунду нажимаешь и успеваешь забирать. Ну хотя. Ты что не играешь? Ты что не играешь? А кто это такой? Я что-то его не помню. Футболку надень, покажи, как турецкий надо. Турецкий легионер. А что твой ведь закончил сошел? Ну, все много. Так и сказал бы, что не загорал, там в грязи купался. Нет, я в баре сидел. Где? В барах? Что, где твои дальние удары? Никто играть не звал. Слушай, в Финляндии говорят 40 градусов. Где в Эстонии эта жара? Какой 40 градусов? Да какой там? Это кто сидит? В новостях. У меня батя в Армении, блин, 35. В Финляндии, блин, 40 не может быть никак. У меня батя сейчас в Финляндии, 20 градусов. Да? А в новостях, говорит, в Финляндии, он 40. Че, Боря приедет? Ну, к 8, да. Я думал, он на игру приедет, но, видимо, не смог. Кто-то же может меня заменить, а то мне уже голым будет. Так смочи, а уже нечего смочить. Вон, возьми, там чуть-чуть есть. Тебе еще минут на 15 хватит. Шушничок. Да они сдолбали, они фигней страдают. Выигрывают и все можно. Все, блин, вратарь такую пенку пустит и будет вся команда виновата. Блин, Спартак как-то скучно играет по нулям. Они не так играть не умеют. Баскетболисты играют. Дай край, дай край! Давай, кого? Ром, Ром, пошел! Красиво! Дай! Он! Молодец! На комиссию. Бестов за бест. Вообще вышел красиво. А? А? Знаешь, на комиссию? Кто? Видите, бутылочники? На первом вроде. Или на втором? Да, на первом. Ну, они, по-моему, должны выходить уже из группы. Вообще. Ужас. Когда я смотрел, они, по-моему, на первом были. Если когда последний раз смотрел. Первом, блин, они уже должны там 30, да, 0. Или зашкалив за 40, я слышу. Игорь, а может ты 2 года назад смотрел? Не. Я смотрел, по-моему, когда у них было 15 очков. А сейчас я смотрел, 7 было. Или 12 было, я не помню. Ну явно больше 9 было у них. Ну задолбал. Его твой. Чё они его, блин, сдалека не брают, блин. Они вблизи, да он ляжет и все, он пол. Он пока ляжет это. Но все равно на этом не катит. Чуть-чуть дальние удары сделайте! Меркур первое очко заработал. В смысле? С Куросара 3-3 сыграли. Подожди, что, они восстановились, что ли? Мы. Вы же снялись, говорил. Тут евро попросили засняться. О, как!
И что, из-за этого вас оставили, да? А что, 500 евро платить? Ну а на куры с Арой ехать? Мы уже тогда съездили. Сейчас дома играем. А. У нас еще только две игры на выезде. Ну а Куросара все оплачивает, это футбольный союз. Все дороги туда обратно. Футбольный союз оплачивает? Не, зам! У нас еще да. Вот когда У-17, и после У-17 там уже сами платят. Как же вы так 3-3 сыграли? Дяденька, тебе нужен мяч! 1-1 выиграет, 2-3-2. Возьми его! Мы вот после поездки в Печоры так там настроили, что вон... Девчонки побеждать начали. А до приезда за нас было 6 игр, 0 забито, 66 пропущено. Замена! А теперь последние две игры 3-2 выиграли. Защита, замена! Не надо защиту. Что ты еще получать будешь? Чтоб ты побегал. Сейчас сломают. Нас сломают. Твои сломают потом. И что вас сделали? Давай, давай, ро, ро, ро. Нихуя себе он. Красиво. Оп, толчок. Теперь подвел. Давай, дай, дай его! Красиво! 4-0. Ну 4-0, ну выпустите банку поиграть. Нет, давай. Горит желание. Да ладно, давайте банку выпускать. Тоже хочу забить, да? Боитесь гол пропустить? Бей, блондин! Че там опять? Судья в шлепках не бегает! За что дисклав дали? Судья в шлепки сними! А вы думаете, вы с этим судьей выиграете? Ягу намыло! Этот еще больше привозит. Далее, далее! Выйди на мяч! Бей! Красиво, красиво! Защита ходит в замену! Минут 10-15. Дима есть, Дима есть! Свободен, сам спокоен, сзади у тебя уже! Судья, что за беспредел на поле? Слышь, выйди на ворота. Максим, лети назад, Саня! Так, короче, выиграю. Надоел уже не болеть. Так и скажи, что вода закончилась. Вон, ну кягу сопри, на земле лежит. Да.
Боря ждем. Боря, да? Нет? Боря, да? Вон Боря идет. Официоз идет. Все, я больше не кричу. Да ладно, покажи! Я хочу гол забить. Как девочки играете? Ты че? В приборе стал орать? Он смотрит уже, кто-то. Покраснел сразу. Нет, все, я ушел. Моська гахает на слона, а? Да Боря бы всю игру видел, как я командовал. Он услышит, не волнуйся. Я специально всю игру поставлю в интернет. Это не смешно. Это вообще не смешно. Я туда это поставлю. Это вообще не смешно. Не надо туда ставить. Привет. Я смотрю, там веселый смех выигрываете, да? Да, 4-0. Здрасте. Здорово. Вот, тренер, тебе замена. Ты знаешь, как он тут орал? Стас, что ли? Да. Он всегда хотел меня. Я на банке сейчас. Сбить, всегда хотел меня. Он как увидел тебя, сразу замолчал, покраснел, испугался. Он когда и ребенком был, орал все против меня. Боря, не лезь. Вместе с этим борцом, такая я забыл его, как его. Кого? Я только один. Ну, борец у вас там еще был. А, голова, что ли? Да, да, да. Вот вы с ним все меня долбали, блин. Особенно он, блин, тот. Ну я все вытерпел, живой, видишь, и пришел. Вот, опять. Смотрите, мое руковождение, вот, блин, забивая. Пасы туда-сюда, да. Вообще. Посмотрите, как вообще грамотный. Вот, я вообще не знаю, что это, что ничего не понять. А нет, здесь, за блин. Эту, за кого? За них? Да. Что такое? У меня уровень не позволяет. А ты тут, я хотел заехать, у ворота закрыты, но он куда-то удрал уже. А ты дальний будешь когда-нибудь бить? Дальний. О, видишь, 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 какой деловой. Пасы даешь, блин, ты думаешь, что там такой игрок, да? Пробей, блин, сделай красиво. Он, а с кем это? Он кто, длинный, кто он, блин. Тут Пярт играет, Каренди вроде. Слышишь, Боря? Пярт, Каренди вроде играет. Громче, вратарь! Пярт вон там в красной футболке сидит. А, ну пусть он играет, да? Но. Он вообще мертвый даже здесь. Не, красиво, мне понравилась эта форма. Как тебя туда допустили? Необыкновенные, необыкновенные, видишь, они такие. Нет таких. Как тебя допустили? А то все красное, белое, все одно и то же. За деньги. Сколько там? 5-10 евро. Первый мяч, играй! Кроме его, только не тому. Да. Петров молодец. Он сразу пас отдал хороший. Как тебе с ним нравится? С Петровым. Петров? Этот вот молодец играет. Красивые пасы раздает. Вот этот быстро устает. Кто? Вот этот. Какой? Вот этот. А, этот? Вот тот вообще ни хрена не делает. А вот тут недавно вышел, вот это вот, не знаю. Борь, тебе полную раскладку сделали. Вратарь подсиживает меня. А что я-то? Вратарь вообще ничего не мой говорит. Мой хлеб забирает. Что-то крикнет там, как девочка, блин, первый раз. Края играйте! Кому? Просто зарядитесь. Дай!
Дальний проверь! Дальний! Красив! Молодец! Я ж давно говорил. Боря, он ждал тебя при тебе, чтобы забить. Время чуть-чуть осталось. Красивые голы забивайте. Блин. Первый тайм, говорю, блин. Делайте сдалека, блин. Мурится, как целочки там. Он наливает. Испугался? Так нельзя, жестоко. Сейчас все играют. Сверху играть нечего даже. Да, вилку просто разорвут. Эти, да, я смотрю тоже. Но. Особенно вилка 2. Здесь все-таки играют так, такого люди скидывают. Да я говорю, Дим, я пришел, посмотрел, пасы, пасы, удар, гол, а блядь, вообще да, красота. Посмотрел тоже. Они... Но. Да тут все игроки, блин. Один Петров переводи, блин. И вот мне нравится, слышь, Борь. Раз там игроки стоят с этого. Видал, как распусали, здорово. Слышь, Борь. А? Тут игрок стоит, там открыт, да? Два игрока, он так точно между игроками, да, вообще стильно так, вообще красота. А, как здесь по краям разводят? Велки, они все время в центр. Велки, я съездил, блин, наверх посмотреть. А? Мячик проиграли и идут. Че это? Куда ты съездил, смотри. В этот, как бы, блин, Когда? Мячик проиграли и все. Когда? Когда они Лёку 7-0 проиграли? Не знаю, кому они что там проигрывали, мы приехали на половину тайма. И... Когда это было? Да когда? Когда мы к вам подходили. А, тогда-то? Да. С квадрометом? Ну, квадромет, они нагло всех сильнее. Да и какая разница? Когда, ну, у них мячик отнимут, не, и они даже... как целочки там что-то... Они вверху, ничего не делают. Играют, они дают ноги в центре. Зону в открытую не выдвигают. Они... Вот смотри, здесь сразу, видишь, Юра пошел в край убегает. Там никто. Здесь по краям играть. Велка по краям вообще получить. Играть не хочет. Здесь все хотят поиграть, здесь все хотят сразу расширять, все. Ну видишь, какой три паса великолепно. Да, еще да сюда на край. Вот так. Велка вообще так шесть сюда. Не, эти никогда не сделают так. Дали сделай! Оп, красиво. Смотри, Дим, они пешком пас-пас дошли до ворот, да? Да, красиво. Народ, делай прикол в два касания! На месте побежит, развернется, да, опять да, побежит да. И пас даст. Слышь, капитан. Ну, кто там, Рисков, что ли? Кто там? Команды, два Реля. Касания, ну, пускай играют, пускай тренируются. Я их тоже уважаю, что они хотят, но они зазвездились и нихуя не там. Выигрываем и все. Да нет, они есть явно тут слабые ваши. Да. Только здесь человек есть, да? Рамула подвернул ногу в «Спартаке», унесли с поля. Новый бразилец. Какой там счет? 0-0. Первый тайм. Закончился, да? Как, уже второй? Судья, раз, да? Первый заканчивается. Первый? Угу. А кто должен знать? А, всем они начали, да. Да. Карточку ему. Я завтра утром тогда уеду. Ну. А приедем, сразу сделаем. Понедельник тогда начнем, да? Да. Я вытащу ребят, этого. Ой, последняя замена. Но. 4 минуты осталось. Опять мячик на поле. Так, малолетки, убежали. Испанец, следи за своими ровесниками. Не твои. Он старше. Кягу тут не появлялся. Вон Кягу судит. А, Кягу судит? Что-то я Кягу... Красиво! Молодец! Ребята, двое! Вон он в черном ходит. А что, у него судейского не судит? Да, мелкого не получилось судить. Кягу заставили. Шатали он мелкий, не получилось у него судить. Да? На. А сколько мелкому шатали на лет? А? Сколько ему лет? 12, наверное. 12? Но. Никто! Думаю, но своим желтую карточку показал. Запасного воротаря привел. Он на первого не катит, не катит. Это по-любому. А на второго, может быть, там что-то покатит. Какую он тебе рекламу делает? Ужас, я бы в глаз дал бы ему. Калина и двоюродный брат. А, Ромки, да? Да, он же Митрофан. Да, где Ромка сам? Я бы тебе сказал. Один, на камеру не буду.
У него Ромке жизнь пошла. А хорошо играл Ромка. Он там играет. Играл. Он мне уже говорил, блин, готовьте для него место, блин. Меркур выйдет. Они сейчас будет там фауна. Выйдет. Фауна приезжает. В тюрьму. Когда у него закончится все эти дела? В следующем году должны, да? В следующем году должны. А сколько ему дали? Ну, он сразу сказал, Дима, идет, Боря, идет, скажи, Юра, один чтобы Юра. Место вот так вот, чисто поляну, чтобы он готовил, он всех будет делать. Он как смотрит, говорится, Боря, Меркур ушел, Меркур придет, да? Он уже смотрит там сборную Эстонии, там, да и всех сделает. А сколько ему лет? Ну, 27, наверное. 27, да? 27. Ну, это, да. Он, погоди, он 87-го, нет? 85-го. 85-го. Ну, да, если его сейчас Ива, сюда, Ива 28. Если сюда его выпустить, ну, он здесь его красиво будет делать. Красиво? Да, вообще красиво все. А за полем тоже красиво? За полем. Победа в раздевалке тоже будет? Это по-любому. А что там Леша делает, вратарь? Да я говорю, вот. Бывший вратарь. Нет, я понимаю, а вот это. А Сигин, блин, Артур, под каблуком. Он дома. Вымыл? Все! Пип-пип, ура! Андрос, фотку с вами сделать, не? Не, как вы? А вы как пенсии все вместе обниметесь?